Социальным фондом в период с 2010 по 2017 годы не были выплачены пособия детям-сиротам в размере 13 миллионов сом. В общей сложности за бортом гособеспечения остались свыше 13 тысяч детей, 283 из которых полные сироты. При осуществлении органами прокуратуры своей деятельности также особое внимание уделяется защите прав детей-сирот. Так, в 2017 году органам прокуратуры именно в данной сфере внесено 189 актов реагирования, по результатам которых в дисциплинарной административной ответственности привлечены 184 лица. Также в защиту прав детей и сирот внесено 11 исковых заявлений. Основными нарушениями в данной сфере являются нарушение имущественных прав детей и сирот, нарушение установленного порядка временного размещения детей и сирот в интернатных учреждениях. Кроме того, в Министерстве труда и социального развития проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере международного усыновления, где выявляются тоже многочисленные нарушения. Как добавили в ведомстве, в законодательстве Кыргызской республики отсутствуют нормы отбора и перемещения детей на территории других государств. К тому же не определен порядок рассмотрения документов кандидата на усыновление. Генеральной прокуратурой была проведена проверка в социальном фонде Кыргызской республики, где выявлены нарушения должностными лицами фонда, а также Министерства труда и социального развития имущественных прав детей и сирот. Согласно предоставленным данным с регионов, за 8 месяцев 2018 года судами республики рассмотрено 263 дела в отношении 330 лиц, где подсудимыми проходили несовершеннолетние. Более половины совершенных несовершеннолетними преступлений составляет это кражи сотовых телефонов, личного имущества, грабежи. Остальные преступления – это умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести. В Кыргызстане есть 145 детских учреждений, в которых находится 12 тысяч детей. Из них только 24 организации были аккредитованы. Кстати, этот пункт является часто нарушаемым. Но даже те детские учреждения, которые получили разрешение от Минсоцразвития, полны сюрпризов. У них не имеются акты проверок пожарной и санитарной служб. Генпрокуратурой продолжаются проверки. Элиза Балбакова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью-ТВ.